Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Декс, и давно мы не были в моем, так скажем, ангаре. Вот. В принципе, сегодня мы собрались для того, чтобы я попытался выбить новый джекпот. Вот я только что обновил, даже видите сами, что у меня тут идет загрузка. Что я заметил? То, что у нас поменялось у нас тут настройки. Это первое самое, да? Тут чувствительность, всякое такое. Там сейчас по умолчанию. Музыка, вот изменилась, включу часом. Короче, вы поняли, ну там музыка есть, вот, сами послушайте после катки, ой, когда зайдете, вот. Дальше, тут есть гильдия моя, вот, так случайно совпало, что как бы я набираю игроков, да, и мне нужно чуваков, так что поэтому вот айдишник, вы видите гильдии. Так, вот тут у нас чуваков много, то есть мастер, то есть поиграть вы можете. Кидать, если у вас есть алмаз 2, то я вас буду ждать, и потом мы будем собираться вместе. Жду до пятницы, потом уже будем делать жесткий контент. Что это надо делать? Ну, короче, понял. Вот. Так, давайте, чтобы не медлить, сразу пойдем джекпот. Ну, это ясно, это понятно где-то. Это для донатеров, это не для меня. И вот новый джекпот появился, вот. Фух. За это бан могут дать. Вот, но это жестко, да. Поэтому нужно это выбить как-нибудь. У меня есть 28 тысяч, и возможно, что вы помните ролик про того, как я выбивал кота, как я потратил на туда вообще дофига попыток тупо. И я, естественно, там все слил. Я не знаю, повторится ли в этот раз или нет, но давайте так. Кто выбил этот персонаж, не знаю, как он называется. А, какая-то королева. Вот, короче, кто выбил такой персонаж, ну не персонаж, а скин, кто выбил, сейчас поставьте лайк, давайте тупо наберем, ну не знаю, 2000 лайков, тупо вот так вот, просто так вот, наберем на этом видео 2000 лайков и все, типа, вот, потом я сейчас сделаю для вас контент какой-нибудь жесткий, если успею, но сейчас пока вот такого что-нибудь придумаем, попытаемся выбить, вот, погнали, собственно говоря, выбивать. Так, первая попытка, ну она всегда в полете. Так, уф, будет жестко, поэтому батареи, давайте, 1000 открывать, погнали. Ну. А, ясно, ясно. Дальше можно смотреть. Так, 25 осталось. Да ну, не может как бы все попытка появилась. Ничего не упало. Понятно, фигня всякая. Еще раз. Да ну, уже серьезно, что ли? Опять, что ли? 10 попыток, да? Ничего не выпало. Так, ну-ка, давайте. Кого так пооткрываем. Может, что-нибудь выпадется. Давайте это нажмем. Не выпадает. Вот чушь такая. Так, 18 тысяч. Это получается 6 попыток еще. На удачу. Код на удачу. Погнали. Блин, да, ну что, серьезно? А, еще не загружается. Короче, давайте расскажу, как я тогда выбил кота. Короче, я тогда выбил его совершенно случайно. Я тогда через неделю, после того, как я заснял видос и... Понятно. Через неделю, как я заснял видос про кота, где я выбивал и не выбил его, я случайно просто на уроке выбил этого кота с бесплатной попытки. То есть, как бы сейчас может быть то же самое повторится. Погнали. Блин, деньги так улетают. Опа! Не. Карта срона была, типа. Вот чушь такая, ну чё за писец? Опять что ли такая фигня, да? Бан! Изи. Еще бан такой вылетает. Карцион. Ля, давайте вот честно, кто выбьет, вот плюс коммент напишет. Вот. Плюс коммент, кто не выбил, минус. Блин, так подожди. Совсем попытка. Нет, ничего нет. Писец. Писец. Так не хочу сливать деньги себе. Пофигу. Погнали еще раз. Если получится, это будет пипец. Ну, так. Блин, ну че за чушь тупая, это какой-то вкус ядер, такая же фигня. Бля, две попытки оставилось. Не знаю, что будет, так как чуваков я ударяю, сейчас видно. Да? Че будет спамить, спамить? Ладно, блин. Все, слил. Писец. Писец. 114 попыток потратил уже. И не выбил. Вы представьте, пацаны. Просто. Как это возможно вообще? Вот поставьте лайк, действительно, потому что... Это вот у меня фигня уже надоела. Почему я никогда не могу выбить костюм из этого? Почему мне такой аккаунт невезучий стал? Чё за фигня? 40 попыток, блин. Писец.
Последняя 1000 осталось. 3000 последняя осталось. Я не выгляжу это. Капец. Нечестно. Потому что я баги знаю, наверное, да? Или показывают, что я баги из этого, да? Писец. Вот вы представьте, вот я уверен, что какой-то человек найдется, который выбьет из бесплатной попытки. А я потратил столько попыток и не выбил. Вот это как вообще возможно? Как это вообще возможно? Писец. Ля. Что делать-то? Как деньги заработать сейчас? Дайте мне золото. ФФ, дайте золото, мне нужно золото. О, футболочка. Дайте золото, ФФ. О, получил. Найс, у меня еще есть попытки. Ну-ка, что-то еще можно сделать. Так, это нафиг не надо. Блин, ну я не хочу смотреть эту рекламу. Ну что, совсем что ли? Что это такое? Купить ваучер, какой ваучер? Опа, блин, жалко. Че, все, халявы нет, что ли? Как я еще золото могу получить, блин? Ладно. Есть две пытки еще. Нифига не дают. Звезда. Звезда, это жестко. Блин. Почему мне это не выбиться? Еще две пытки тратим. Если не получается, то. Писец. Не получается. Ну. Ой, спасибо за ботинки. Ну капец, ну. Просто давай поставим лайк, потому что вот это вот, это, посмотри, на вот это вот лицо-то, да? Мило вот это, личико вот это. Этого козла я столько выбивал, столько на него потратил, пипец, попыток. Ого. Ого. Вы это видели? Купить. Опять чекать, сколько алмазов. Пипец, там дофига просто. Ну? Где это? Щенок-то? Чё это за... Хаято. Кто это такой вообще? Карточки уровня. Что это вообще такое? Только же раз. Похоже на это. Ну. Я ладно, я просто помолчу, пацаны. Спасибо за просмотр. Скоро будет какой-то контент. Вот, как бы, проходите на стримаки. Они обычно в 16:00 или в 14:00 по МСК. Так что проходите. Не скучайте. Читайте книги и не надо говорить, что я лох. Да. И плюс чат, кто выбил, и минус, кто не выбил. Всем спасибо и ждем, собственно говоря, контент. Ну и 1000 лайков давайте добьем, ради прикола. А, кстати, подписаться на канал тоже не забываем. Что за фигня? Почему не подписались, что не так?